Хей, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Апатион. Так, мы остановились на том, что мы начали бороздить океаном, и где мы сейчас? Давайте начну сверху, сверху мы вот сюда, мы, получается, я не могу показать, но там, где светло, это там мы сейчас. То, что уже оранжевое, там мы были. Посередине это порт, куда нам, ну, желательно сейчас бы приехать, чтобы собрать вещи, которых у нас нет. Поэтому мы отправляемся в Колизей. Так, север. Короче, двигаемся наверх. Прыгаем в воду, чтобы найти бабку. Потому что в прошлой серии там нам говорили, что какая-то есть бабка, которая плавает в воде. Скорее всего, вот этот корабль, который мы с вами нашли, это она и есть. Кого там успокоить надо? Успокоить море. Так, чувствуется, будет... Ох, ты ж... Ну, слушайте, тут уже сразу нам... Вон оно что. Так, ну зацепиться, если что, я могу. А, это типа мне как быстро плавать в воде? Подожди, можно было и на пробел? Серьезно? От амфилитриты и тяжко гремящего энакосия Сегеан широкомощный. Великий Тритон родился, что владеет глубью морских близ. Отца он овладики и матери милой. В доме жив золотом ужасающий бог. Так, подожди, отсюда, это мне отсюда куда-то сюда, окей. Но один уже плюс, то что я... Я уже утонуть не могу, если что. Ага. Я слышу запах... О! Вау! Подождите, неудобно топором этим бить. Это же все-таки не тот предмет, с которым я тогда ходил. Да, чувствую, мне пораньше нужно будет приплыть на место назначения моего. Хотя у меня дофига вещей, которых я, считайте, вообще не использую. А, у нас же есть как раз еще и улучшение. Давайте я пока что топором, потом буду использовать копьем. Так, листики это хорошая вещь. Мне интересно, а динамит здесь будет взрываться, если я буду его взрывать? Камни. Ладно. Так, а подожди, а сколько топор наносит? 40. Ну, в принципе, как копье, которое мне предлагают взять. Затруднительно. Бля, рили затруднительно, слушайте. И атаковать. И плавать. Так, подожди, а чё ты не выныришь? Так, тихо. Яблочко. Так, мы здесь тоже с вами видели место, где можно что-то пособирать. Не, чувствуется, мне нужно будет что-то... Да, типа копья собрать, потому что... Топор здесь не очень. Сколько копьем? 29.
Тарис. Ну вот, у нас Дори Гапила есть. Ну, мне кажется, по прочности довольно херово будет. Ну, зато дальность, знаете. Так, по факту, да, я мог туда пойти, сразу сохраняемся. Тут ничего, поэтому возвращаемся. Так, окей, F5. Хотя ладно. Камень. Ну смотрите, он не так сильно сломался на самом деле. Значит, жить можно. Постоянно-то копье искать. Так, три рыбы меня атакуют. А можно не лагать? Ну, скажите, вот чё он не атакует нормально? Ну сейчас да, он типа атакует, но... Так, первый трезубец. Во-вторых, тут копия. А, тут другого формата копия. Вон на что. А смотрите, а пробел не работает. Ваншот. Где-то наверху где-то должен быть подъем, как я понимаю. Здесь ничего, так, вижу тоже. Большое место. Взломать, да, придется? Я думаю, стоит. У нас все равно много взломки. И монетки, вот и отмычки как раз, и рога, которые нам надо. Невидимку я просто смысла сейчас не вижу. От нее. Потому что невидимочка это немножко другое. Так, нужно что-то сделать с водой, слишком много воды. Ну вот этой, чик-чик-чик, баночки. Давайте, наверное, сразу невидимку сделаю. А, капля, так, дарует ару сфера. А, в принципе, я и это мог делать. Ну, ладно. Фляги. Фляга. Неуязвимость. Слушай, так это бессмертие. Я мог это использовать и драться с врагами и боссами, в принципе. Максимум 35. Пускай так будет. Типа... Why no? Why... О, я таймер забыл запустить. Ладно, там где-то минут... 30 прошло. Мы с вами плывем за сундуком. Да, постоянно. Плак надо использовать. Ладно, 15 монет. Мы их взламываем. Хотя зачем я открываю? Там шанс только это броню получить.
если что, нам сюда надо. Поэтому сейчас мы плывем сюда. Здесь я только по факту сейчас могу отмычку найти. И деньги. Вау, нифига себе. Тихо, тихо. Ты куда, приятель? Ауч. И я еще глупый за ним побежал сюда. Ладно. Тогда сюда. 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 Подожди, я разве... А, я отмычку подобрал снова. Ух, как это надоедает. Однако. Да, копии... Пользоваться копиями это дело такое, на самом деле. Как я и говорил. Но я все равно все это компенсирую тем, что я нахожусь здесь отмечки. О, железная дубина, это неплохо. Плюс предмет, которым я буду пользоваться. Да, дубинки плохие, но эти не лучше. Пять врагов. В принципе, я могу с ними не драться. Это ж не обязательно. Походу, да. Хрена их там. А можно мне побыстрее приплыть? Открыл, открыл. Гуляйте, черти. Так, хорошо. Ну их там слишком много, ребят. Я бы сразился, но их там, увы, многовато. Ну сами. А хотя я сейчас ее подберу и все, я отсюда улечу. Да, нет, меня отстали. Фух, все. Так, нам нужно на восток. Давайте, ладно, я все-таки, наверное, в порт съезжу, куплю себе дубинку, прокачаю немного урон от дубинок. Так, кстати, здесь я еще не был. Или это... Привет! Отлично, для рыбалки. Подожди, я же тебя уже здесь видел. Нет?
Могу показать, что я видел старуху. Подождите, но здесь я еще не был. Или старуха может быть в рандомном месте? Так, я на дне, но как вы видите, темно, значит, скорее всего, здесь ничего и не будет. Старика мы уже с вами находили, но в другом поясе. Да, единственный, кто сразу может напасть. Так, восток. И сразу плывем в порт. Я покупаю себе снаряды. Север это у нас единичка. Блин, а здесь походу... Да? Это продавец оружия. Мне нужен телепорт. Перемещаться. Да. Сейчас мы отправимся, и я прокачаю себе тяжелое орудие. По сути, а чего мне много? Подождите, у меня ножей слишком много. Ну ладно, прокачаем, что я смогу. Так, погнали. Темный рынок. И как раз нужно будет палку купить. Наверное, сначала палку куплю. Anarchy and chaos. Так, да. Что у тебя есть? Поехали. Ну, видите, типа, они вообще мало наносят. А тот молот наносил нихера себе. Подожди, у тебя... Нету больше этой палки? Не понял. Так, это херово. Это херово, приятель, подожди. А кого я брал? Что у меня вообще по предметам? Дубинка 30 урона. Я могу у него такую же дубинку, наподобие такой же взять. Она тоже будет неплоха. А это 40. 52. Hey now. Это у тебя, да, я, кажется, оружие брал? Да, у него я брал оружие. А, жалко, что нельзя несколько носить. Так, парень, мне нужна дубинка. Так, я могу еще прокачать. Топоры, ну... Мечи, скорее всего, возьму. У меня мечей довольно много. Так, и сколько теперь у меня дубинка это наносит? 44, это 31, мало как-то повысилось. Чё так мало? Только на один этот поднялся? Серьезно? Как-то очень слабо. Как-то очень слабо. Так, мы сейчас с вами, значит, да ладно, видите, оно теперь типа как будто все не изученное. Ну, в принципе, я помню, мне на юг, потом мы плывем с вами на восток.
А, я понял, мне даже не показывают где. Странно работает все это. Но снова мы видим, здесь ничего, тут никакого покрытия, значит здесь... Я все равно просто проверяю, чтобы знать на всякий случай. Карта, я не знаю, почему бывает, работает, то не работает. В моем случае она снова просто не работает. Может здесь какие-то будут морские чудовища, кто его знает. Вообще ничего. Так, на восток. Там будет остров. Я делаю сейф. Сначала идем в воду. Ага, тут есть какой-то спуск. Но, по крайней мере, здесь каменка есть, и есть спуск. Скорее всего, здесь что-то и может быть. Либо это просто обычный подъем. Да. Походу, у меня прыжок с водой не работает. Они недружелюбные, да, ведь? Don't try it. Подожди, а, я понял, все-таки они плохие. Ну, типа, подошел, вижу, они как-то не реагируют, думаю. Окей. Оказалось, не окей. Ну, окей, добро. Палкать. Блин, ну теперь я буду постоянно палки искать эти. А может он за свой счет открыть? Так, отсюда я могу вообще-то запрыгнуть. Скорее всего, я так попытаюсь сделать. Оп. Так, а теперь мне нужно рога потратить. А, рога, 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 рога. Только капкан сделать можно. А, невидимость можно сделать. Давайте, да, я невидимость сделаю. А чё вы, ребят, давайте. Ну. Отлично. Ладно, а что тут еще было, что-то искал? Знаете, мне... А, вот. Ладно. Та-та-та-та-та. Где моя булава? Не, пробел почему-то у меня не работает.
Наверное, как-то я могу выскакивать из воды, но я почему-то не могу выскакивать из воды. Кулачок, кулачок. Копьё мне... О, там отмычек сколько. No bad, no bad. Бам. Готово. Все, тут больше ничего нет. Мне вот эта вот херь не нравится. Мне кажется, она... с ней что-то можно получить. Или нихера. Странно, что тут вообще ничего не было. Ни сундуков. О, не, все-таки показывают. Да, но как-то пролагал тогда. Так, на север. Потом нам... на восток. Уничтожьте колонну сотрясения. Значит, ну там было как бы написано или. А, то есть они сразу считают меня плохим. Опа, они невидимые. Челики-то невидимые. Так, цветочек я возьму. Кровожадный богомол. Кровожадный богомол найден. Это жесткий клинок, питается кровью своих врагов, насыщая хозяина их силой. Каждый удар дает 10 здоровья. Нифига себе. Я хочу посмотреть, где он. А, подождите, это ж не метательно. А, вот копье кер это метательное все-таки. 30. Ну. В принципе, это ж ближние атаки, поэтому он довольно быстро должен быть. По крайней мере. Так, ладно, тут ничего нету. Побежали тогда дальше. Ну, тут не, ладно, мы меч нашли. Классно. Или это кинжал? Мне нужно деву побить? Типа я... ну, скорее всего, это сломать. Он даже проходимый, понимаете? Ой, чисто сейчас зря я просто сломаю камень. Да, я был прав, зря, хотя мог просто запрыгнуть. Что потрачено, то собрано. Зелье невидимости у меня максимально. Ну, уже как обычно. Ой. Ой, я не тот предмет использовал.
Я очень имбовый предмет использовал. Ну, блин, я не знаю, в принципе, здесь уже скоро конец. А кто знает, если здесь уже пошли враги невидимые, возможно, и эти будут невидимые. Иные враги. Ведь я на самом деле... Ой, чуть не пал. Почти. Готово. Угу, видите, все-таки невидимые враги пошли. Самое хорошее то, что они разоварят в этот момент. Так, огненный меч, вижу. Ну хотя бы скелет не восстанавливается. Они думают, так им весело. Я сейчас ведь тоже начну использовать предметы. Невидимость. У меня тоже это есть. Они что думают? Только они могут в инвиз уходить. Нахера. Сейчас мы с вами раз. Где мой глазик? Берем раз. Два. Три. Четыре. Тут же по-любому что-то будет, так ведь? Не, ну тогда как-то оно, мне кажется, получше работало. Ну смотрите, это не боевые девки. Да ладно. Они крысли. Да ладно. Тупая баба. Идите в сраку. F5. Ля какие. Это лишь самый странный... Так, страж... Старшей дочери, что народились от Океана и Тефии. Но есть и другие, еще много, ибо все их 3000. Океанид стройногих, всюду рассеявшую землю, они обегают, а также бездны глубокие море, богини земли, знаменитых детей.
Не, я тут предмет заберу. Мне кажется, он дохера будет стоить. Там 250 где-то монет, где-то так. Ну, 150. Не, ну эти враги на самом деле такие жестковатые. О, блядь, заебут. Они жесткие. Сюда. А щит восстановился у меня. О, боже мой. Тупые создания. Ну нет, броню не мне... Знаете, как бы то ни было, вот эти сильные, типа, они мне броню все снесли. Надо было все-таки этот использовать. Зелье. Кожа. Не, потому что это нихера тоже не хорошо. Так, давайте сразу, наверное, починюсь. Так, на зелье. Интересно, интересно, очень интересно, что я вообще открыл. То, что я что-то открыл, это я открыл. Ладно, не хочу я. Нафиг надо. Я так броню от взрыва повредил. А хотя там уже все, считай. А, подожди, то есть вы мне полагаете туда, да, пойти? Ну, давай я... Это за солдат! Иди сюда.
заставляете мне херню эту страдать. Ну а теперь по-любому туда пойду, если уже потратился. Ладно, не зря. Я могу себе что-то улучшить. Что-нибудь я могу себе улучшить. Ладно. Да, их тут довольно много было. Задание выполнено. Ну что, я сюда приземлился? Ладно, фиг знает, поэтому, ребят, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.